Ульяновские полицейские вновь напомнили о бдительности в торговых сетях. Сотрудники УБЭП передали службам безопасности информацию с номерами наиболее часто встречающихся денежных подделок. О том, что на рынке финансов не все ладно, убедился и наш корреспондент Эдуард Истомин. Это не музей криминалистики, а обычное отделение полиции. Но поддельных купюр здесь не меньше, чем в храме уголовных историй. В последнее время бендеры запали на 2000-ные купюры. Их принтер работает исправно, а посему хватает и 5000-ных фантиков. Данные купюры выявляются в большей части в банках при пересчете денежных средств, которые поступают с различных торговых точек. А вот другой случай. В Мордовии нагрели продавцов мобильников. С ними чердакинские гастролеры рассчитались поддельными купюрами. Они же успешно стребовали жертв сдачу. Злоумышленников задержали за то, что сбывает творческие бумажки, наподобие этой. Вклеивают данную полимерную ленту между листов, вот как вот здесь. Вот. Угу. То есть ее вклеивают, делают прорези, имитируют тем самым ныряние вот этой нити. Вот. И потом склеивают. И водяные знаки изготовят, и инфракрасную защиту сымитируют. На удочку попадаются обычные люди, но еще больше от почитателей лжеденежного принтера страдают торговые сети. Сегодня их представители пригласили в УБЭП, чтобы снабдить информацией. Доводим наши требования по профилактике, раздаем наглядную агитацию, а также списки купюр, наиболее часто встречающих падение денег знаков, где отражены тысячные банкноты, двухтысячные и пятитысячные. Нам постоянно предоставляют информацию на флеш-носителях, информационные всевозможные афишажи. Вот. И это очень нам помогает в работе. С начала года в Ульяновской области зафиксировали 50 случаев обнаружения поддельных купюр. И хотя статистика не идет вверх, оперативники верны принципу «предупрежден, значит вооружен». Эдуард Истомин, Денис Миронов, «Вести Ульяновск».